Заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Труднев подробнее рассказал о создании Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи, которое ведется по поручению президента страны. Напомню, для размещения пилотных центров выбраны Бурятия, Калмыкия, Татарстан, Чеченская республика, Хабаровский край, Кемеровская, Псковская, Свердловская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. В программу обучения входит история России, огневая, инженерная подготовка, робототехника и управление беспилотниками, тактическая медицина, физическая и психологическая подготовка. Внимание будет уделяться формированию навыков действий в экстренных ситуациях, проведению открытых уроков мужества, лекций и посещению тематических мероприятий, направленных на патриотическое воспитание. Задача за первый год подготовить порядка 45 тысяч человек, потом по мере увеличения количества центров, это количество обучающихся будет увеличиваться. Сейчас мы начали подготовку инструкторов. Пока отбор. После отбора они поедут в ГУДРМЕС, пройдут программу подготовки, сдадут экзамены. И те, кто будут допущены до дальнейшей преподавательской работы, выйдут в регионы и начнут работать. Параллельно уже сейчас идет отбор обучающихся. В свою очередь глава Калмыкии в своем выступлении отметил, что идея создания центра была востребована давно, а сейчас это еще более актуально. Для Калмыкии является большой честью также быть участником этого проекта. Всем огромное спасибо за ваше участие, за ваше неравнодушие. Мы вместе и мы победим.